У нас создан совет, молодежный совет при главе администрации. Это некий совещательный орган, это та площадка, куда поступают различные молодежные инициативы. Сфера абсолютно широкая, нет никаких ограничений, туда выносят самые актуальные наболевшие вопросы. При законодательном собрании Ленинградской области это еще выше уровень, это еще больше возможностей и, скажем так, представлять уже не только свою школу или свой какой-то творческий коллектив, а представлять свой Кингисеппский район, свою родную землю, своих товарищей, своих друзей уже на региональном уровне, на уровне Ленинградской области. И у нас в городском совете такие депутаты есть, это вот Галина Никифорова, Сергей Константинов, Александр Попов. Это те люди, которые свое свободное время тратят на то, чтобы привнести что-то новое в нашу повседневную жизнь, дать свои идеи, и в то же время они параллельно еще занимаются саморазвитием. Они вникают во все проблемы, которые касаются города, района. И ждем вас на наших площадках. Спасибо. Я знаю, что молодежь у нас замечательная. Молодежь умная, молодежь грамотная, молодежь активная. Тема моего выступления — «Молодежь. Будущее за вами» и «Гражданский долг молодежи». Что хочется сказать? Конечно, будущее за вами. И не только будущее, но и настоящее. Если изучить статистические данные, то очень много среди молодежи людей, которые являются истинными патриотами России. Что это значит? Примерно около 30% на вопрос, что такое для них Россия, 30% молодых людей ответили, что это моя родина. 30% ответили, что это мощная держава. И еще порядка 10%, помимо иных ответов, ответили, что это та страна, в которой я живу и которой горжусь. И именно от вашего гражданского самосознания зависит то, как вы будете относиться к этому выбору, к этим выборам. Очень хочется, чтобы в головах у каждого из вас было понимание, что, во-первых, от вас зависит очень многое, от каждого из вас зависит очень многое, а во-вторых, что именно ваше мнение, оно очень важно.